сообщений Министерства обороны, Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ пресекли нарушение государственной границы России. Британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды нашей страны в районе мыса Фиолент в Крыму. На предупреждение о применении оружия английские военные не отреагировали, поэтому пограничному сторожевому кораблю пришлось открыть предупредительный огонь. А самолет Су-24 выполнил бомбометание на траектории движения эсминца, который находился уже в 3 километрах от границы. Только после этого корабль покинул территориальные воды России. В связи с инцидентом атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве уже вызван в наше военное ведомство.